Группа с загадочным названием «Мама Джо» нас развеселила. Хочу вам сказать, что следующая группа, которая будет выступать, она будет еще более загадочным названием. В ней есть слово «сон», но это не намек на то, что всем пора заснуть. Вечер памяти Ильи Кормильцева продолжается. Сейчас самое такое позывное время. Сейчас выступит группа «Сон Лемура». И хочу попутно сказать, что я очень благодарен всем, кто помогал, всем вам, кто помогал, в частности, Живому Радио, которое организовало прямую интернет-видео и радиотрансляцию. Вы можете прийти домой и на досуге все это, запись выложена в интернете, посмотреть и вставить свои голоса туда. С пожеланием Илье Кормильцеву хороших полей и бесконечной любви. Хочу представить вам поэта, известного под псевдонимом Макс Эйр, широко известного в узких кругах поэта. Он расскажет историю о том, как Кормильцев молодых неизвестных авторов лично поддерживал и, в частности, выпустил его стихи в своем издательстве. Дамы и господа, доброй ночи. Я очень рад. Нахожусь в большом оцепенении, то, что мне дали слово на этом прекрасном мероприятии, которое, как все знают, посвящено светлой памяти Ильи Валерьевича Кормильцева. По профессии я авиадиспетчер и работаю в Московском центре управления полетами. Поэтому я возьму на себя наглость, и все слова, которые я скажу от имени и по поручению. Я родился в 73-м году, соответственно, начал сформироваться в середине 80-х. И те тексты, которые Илья Валерьевич писал для группы «Наутилус Помпилиус», они были в той обойме интеллектуальной, которая полностью меня сформировала и которая держит меня на плаву до сих пор. И второе, безусловно, у меня... Как всегда, я когда-то посчитался непризнанным гением и стал что-то писать. Вот. И, безусловно, я тыкал свои произведения в разные издательства, в разные журналы. И единственный, кто меня поддержал, я этим горжусь, так как я знал лично, встречался с Ильей Валерьевичем, он меня опубликовал. Уважаемый Илья Валерьевич, если ты меня слышишь, спи спокойно. Даст Бог, увидимся. Большое спасибо. Действительно, мало было бы сейчас русскоязычных рук, если бы не Илья Валерьевич. Очень сильно повлиял на всех. Большое ему за это спасибо. Группа «Сон Лемура». Сосчитать все звезды,
что смерть я сверху, ты слишком смело забиваешь боль в себе. В небесную сферу только не вздумай падать вниз. Желтые стены птицы болит, души людей открыли вниз. Трещины серых потолка, это всего лишь тропы в наших снах. Коридоры в зеркалах, как все закончится войной. Ты слишком смело забиваешь мой мир в небесную сферу, только не вздумай падать вниз, падать вниз, падать вниз, только не вздумай падать вниз, падать вниз, падать вниз, только не вздумай падать вниз. Мы как раз записывали на студии, когда узнали о трагическом событии. Песня от этого стала еще грустнее, песня мы посвятили ее Илье.
я остаюсь с тобой. И в небе, и под водой. И пусть я тебе чужой, и будь мне чужою. Я буду рядом, а я не рушится мир даже сном. Жаль, ты не пьешь молока, но зачем я курил волга? Это смешно.
с нами. Спасибо.